не вся культура в центре, и не может миллионный город быть удовлетворен вот тем, ну, пятачком, по сути дела, от филармонии до драматического театра, да? Это центр притяжения, это традиционно всегда место досуга, место отдыха и место творчества. Чудесным образом это сохранилось, невзирая на перестроечные, да, всякие эксперименты. И то, что это сохранилось, это большая удача, большая ценность. Их фактуры, цвета и энергии запечатало время. В них проходили главные события сельского, городского, союзного масштабов. Сюда приезжали известные артисты, партийные деятели, политики. Здесь, в актовых залах с плотными бордовыми шторами и скрипучими деревянными полами, сначала полноправно хозяйничала советская идеология, затем в 90-е рушилась стабильность, а позже, уже в новом веке, зарождалась другая Россия. Дома или дворцы культуры стали настоящим феноменом общественной жизни страны, захватив ее взлеты и падения. И вопреки всем ветрам постперестроечной разрухи и бедности, дожив до сегодняшнего дня. Как и в советское время, в них сегодня проходят занятия, концерты и кинопоказы. Что это? Возвращение к прошлому или общественная память на уровне ДНК? Что произошло с домами нашей культуры за несколько десятилетий? Какова их идентичность? Какой потенциал сохраняют эти дворцы и как правильно им распорядиться в реалиях современной жизни? Они имеют практически вековую историю. Массовое строительство клубных учреждений началось еще в 1920-х, однако еще до этого существовали так называемые народные дома, где проходили лекции, развивали внешкольное образование и боролись с неграмотностью. После революции они стали рабочими клубами. Что привело к появлению народных клубов, рабочих клубов? Два основных, конечно, фактора. Первый – это вот ощущаемое, так называемое простыми людьми, социальное неравенство, когда они были лишены доступа к культуре. Ну и, конечно, вполне понятное стремление к самообразованию, к саморазвитию. До 1930-х годов в нашей стране было сильно влияние церкви. Нужна была конкуренция церкви, как-то отвлечь верующих людей от церкви с тем, чтобы они приходили в дома культуры. Привычный нам термин «дома культуры» распространяется в 1930-х, когда потребность в них появляется не только у рабочих. К этому времени в стране широкое распространение в архитектуре получает конструктивизм, в основе которого строгость, функциональность и монолитность. Здания первых домов культуры принадлежат к лучшим образцам этого направления. Среди наиболее известных – Московский дом культуры имени Зуева и дворец культуры завода имени Лихачева. Стилистически, архитектурная номенклатура очень большая. То есть это начиная и от авангарда, это знаменитый клуб Русакова, постройки Мельникова, ударник и так далее. То есть их много такого конструктивизма, авангардная вещь. Есть уже дома культуры такого, скажем, ампира сталинского. Есть объекты, которые причисляют их к советскому модернизму. Есть постмодернистские, то есть уже, скажем так, пилонная архитектура. Это что-то типа неоампира. Часто дворцы культуры образовывались вокруг предприятий, тем самым создавая сплоченность масс, или, как бы сказали сегодня, комьюнити из сотрудников. Искусство больше не привилегия высших слоев общества. Оно принадлежит народу, а значит, каждый может прикоснуться к нему, записавшись в секцию, участвуя в концерте или спектакле. Это явление очень традиционное. Это своеобразная система. Каждый завод, каждая фабрика, каждый крупный цех, каждое производство, каждый совхоз, естественно, считал своим долгом сделать самый красивый, самый удобный, самый большой и самый посещаемый дворец культуры. В 1928 году в Омске открываются сразу два клуба. Один из них, «Металлист», был спроектирован в традициях конструктивизма. Однако теперь его можно увидеть только на фотографиях. Здание было снесено в 2012 году из-за строительства велотрека. Клубу железнодорожников повезло больше. Его признали объектом культурного наследия. Он задумывался как место для досуга рабочих и площадка для политвоспитательной деятельности. Полукруглый козырек, мощные колонны, здание одновременно сочетает в себе черты конструктивизма и классицизма. В 20-е годы, например, в городе существовало около 20-30 рабочих клубов, и это много для города с количеством населения значительно меньше, чем в те же самые 40-е годы, когда сюда были эвакуированы и заводы, предприятия. 70-е, 80-е годы – это уже другая потребность. Это потребность общения, потребность сплочения рабочего коллектива, потребность культурно образовываться. Это поэтические, многочисленные поэтические вечера, оркестры, самодеятельные танцы и драматические кружки. Количество клубных учреждений по области доходило до 1500. В 20-30-е годы там другая цифра, там будет доходить до 500, но тогда надо учесть, что там другое количество населения. Количество населения было значительно меньше. 1500 клубов достигало как раз в период 70-е и 80-е годы. Ну и затем в 90-е годы оно незначительно чуть-чуть снижается до 1200-1100. Первый дворец культуры в Омске появился благодаря Запорожскому моторостроительному заводу имени Баранова. Его эвакуировали сюда во время Великой Отечественной войны. В 1949 году начали возводить дом для общих собраний рабочих. Это условное название дало возможность построить здание, так как в послевоенное время люди в первую очередь нуждались в жилье. Строительство домов культуры могли расценить как нецелевое использование средств. Директор строящегося дома общих собраний Рива Червонная едет в Москву и попадает на прием к министру авиационной промышленности СССР. Я думаю, ее красноречие и уж женское очарование дается зеленый свет на строительство. Более того, он или делает звонок, или записка к метростроевцам выдать для Омского дома общих собраний люстры, более 10 люстр, бра и прочие убранства, которые украшают московский метрополитен. Как вспоминают очевидцы событий, изменения в проект вносились постепенно, пока дом собраний не превратился в дворец искусств. Он построен в традициях сталинского монументального ампира, архитектурного стиля, который господствовал в России в 30-е и 50-е годы 20 века. Для создания лепнины специально позвали скульптора из Вологды, а сами работы проводились тайно, в подвалах. Сохранилась вот эта как бы и колоннада, и образ этот, и в принципе что-то такое от барочного, так сказать, античного и барочного храма. Сталинская такая эпоха, которая, ну, по крайней мере, если не гарантировала, то, по крайней мере, как бы декларировала о том, что вот-вот и будет все замечательно, вот-вот и все будет хорошо, и все будет в изобилии, и все будет прекрасно и замечательно. Его открытие стало настоящим событием для культурной жизни города. Это было красивейшее место, где проходили концерты и собрания. Сюда приезжали знаменитые артисты. Попав из частного дома, или, допустим, даже обучаясь и будучи преподавателем педагогического института, я, попав в этот дворец, я, конечно, почувствовал праздник. Ну, праздник – это обилие света, эти украшения богатые. Осталось, ну, наверное, все так скажут, чувство праздника. Здание ДК имени Баранова – объект культурного наследия регионального значения. Однако сейчас помещения пустуют и ждут ремонта. Внутрь не попасть. Он относится к госкорпорации. И сейчас он законсервирован, по сути дела. Есть проектно-сметная документация на реставрацию этого здания. Ну, дальнейшее развитие этого дворца культуры, оно требует вложений. Сейчас идут переговоры и по развитию этого дворца либо в составе самой госкорпорации, либо о передаче в другое владение и развитии на другой уже базе. «60 лет назад на этом месте был пустырь. Над проектом городка-нефтяников работали архитекторы-братья Веснины. Все начало меняться, когда район стали активно заселять, а значит, было необходимо место для отдыха и досуга. Дворец искусств начали строить в 1954 году. Идейным вдохновителем был первый директор Омского нефтезавода Александр Малунцев. Однако через 2 года работы были заморожены из-за постановления об устранении архитектурных излишеств. К строительству дворца вернулись только в 1961 году. К этому времени уже завершили кирпичную кладку наружных и внутренних стен и возвели величественные колонны. В Омске совещание, на котором присутствует Никита Сергеевич Хрущев, глава государства. Но я сразу уточняю, что он первый секретарь Центрального комитета, но номинально. И что это такое, когда нужно строить жилье для трудящихся? Малунцев, ну это уже, наверное, легенда, хотя она с уст тех, кто присутствовал на вещании Малунцев, звонит тем, кому положено, и дает поручение. За ночь все колонны, а там стали монументальные, классические, все колонны убрать, все излишества убрать, трактора пригнать. Средняя часть фасада превратилась в большой витраж. По краям здания разместили монументальные панно. Эти изображения были выполнены в технике с граффита. У него по типовому проекту, вот, который должен был бы ставить, там, конечно, и мощная колоннада, и мощный выносной козырек, фронтон такой. Но, к сожалению, этого нет. И сейчас странное производит впечатление, что как бы здание по своим, ну, по своей структуре, что ли, по своей драматургии, оно вот именно как бы ампир, ну, что, сталинский ампир, а по выражению, по своему, ну, по фасаду и так далее, но оно никакое. Это можно ввести термин такой, допустим, безархитектурный стиль. Потому что, ну, боролись с архитектурными излишествами, победили, получили, все. Нырнуть в море света, затеряться в лесу декораций, за кулисами сцены реквизит. В отсутствие людей предметы живут своей тайной жизнью. На стенах следы от губной помады, а по коридорам расплывается запах свежей выпечки. Его открыли в 1965 году, и постепенно дворец стал домом для многих творческих коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей, театров. Спустя 58 лет здесь проходят занятия, концерты и праздники. Творческий котел. Здесь, наверное, затишье, ну только летом, в какой-нибудь пора отпусков, когда вот пересекается у руководителей, здесь такая тишина просто хрустальная, не соответствует, да, вот этому зданию. Сейчас во Дворце искусств имени Малунцева находится Государственный центр народного творчества, который поддерживает тесную связь с районными ДК и оказывает им методическую помощь. Театр, цирковое искусство, эстрадный вокал, хоровое и ансамблевое народное пение, хореография. Направления разные. Здесь занимаются более 800 человек. Каждый коллектив имеет свою биографию. станка делаем поклон, и у станка были на занятиях старейшего коллектива, ему уже больше 55 лет, как открылся дворец, театр балета. Может быть, не все, и далеко не все станут в профессии, да, там, актером, танцором, хореографом. Нет, да дай бог, что в их детстве, в юности, во взрослом возрасте есть вот самое главное – это творчество. Самое главное, сверхзадачу, которую я для себя вижу, это то, что дети занимаются в коллективах. Как раньше говорили, в кружках. Не очень люблю это слово, люблю коллективы. Ложки убрали в кармашки. Ложки в карманы. Отдельно мы приготовили, убираем ложечки. Фольклорному ансамблю «Жемчужинка» 43 года. В нем занимаются 40 человек от 2 до 17 лет. Здесь изучают песни, сказки, пословицы, народные обряды, праздники. Учат бережно относиться к традиционной русской культуре. Конечно, сначала штыки принимали даже наше исполнительство, врачи говорили, и вот даже, что это вредно для детей, народное пение, это так как-то сложно. Вот пели же все академическим, или школьное пение было, вот, то есть обычное. Ну и вот приходилось доказывать, что детям это удобно, ярко, интересно, красиво. Работа ансамбля строится на преемственности. Дочь Нины Михайловны Вера получила музыкальное образование и стала хормейстером ансамбля, а потом привела в коллектив и своего сына Сашу. Меня привлекли этим еще практически с рождения, то есть моя мама пела, и я пошел по ее стопам. Люблю кошачьи песни петь, задорные веселые песни, трио наше, шашками махать, играть на разных инструментах, в том числе, ну, сейчас на жалейках, на свистках, на ложках. Любительский театр «Шумим» появился в 1997 году. За это время было поставлено более 50 спектаклей, которые побеждали на областных, всероссийских и международных фестивалях. Очень, можно сказать, свободная ниша в нашем городе – взрослый любительский театр. Раньше было больше, но вот сейчас какой-то такой этап, что взрослых коллективов у нас ну просто 2-3 на весь город. Люди с удовольствием на это откликаются. В труппе заняты и дети, и взрослые непрофессиональные актеры, совмещающие игру в театре с работой и обучением. Я буду играть Дуримара. Интересный образ, причем тоже приходит он мне как вот из таких наблюдений жизненных. Я вот что-то подмечаю и вставляю в этот образ, чтобы было как минимум интересно смотреть. Сегодня дворец искусств имени Малунцева стал тем самым эталонным лицом ДК, собирательным образом в сознании многих городских жителей. Он словно впитал в себя на уровне ДНК общественные настроения страны Советов, а затем и перестроечный дух. Впрочем, этому дворцу, одному из немногих в городе, удалось не только выжить в условиях рыночной экономики, но и сохранить лучшие традиции прошлого, накопить опыт общения и воспитания. Люди уходят и возвращаются. Возвращаются уже, ну, какой-то период, да, вот он ребенком, потом приходят во взрослые коллективы, возвращаются, потому что вот дом, тепло, хорошо, уютно. Для меня дом культуры внешне – это облик ДК имени Малунцева. Я уверен, что для многих эта история такая. Я застал времена, когда в ДК имени Малунцева были игровые автоматы. Игровые не те, в которых можно стать богатым, а в которых ты только беднеешь, потому что там входили подростки, которые, значит, играли в какие-то игры там и так далее. Вот. И это совершенно какие-то невероятные технологии были на тот момент. Ты смотрел и не понимал, как они это засунули в эту коробчонку. С 1990-х дома культуры перестают иметь большое значение для общественной жизни страны. Большинство предприятий, которые финансировали их в советское время, приходят в упадок, а вместе с экономикой угасает и любая социальная активность. Это же были отраслевое финансирование. Вот, оно прекратилось. Сейчас нужно выживать, ориентируясь на жилье, на какие-то, ну, такие коммерческие вещи и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, само слово «культура». Да, как монетизировать культуру? Как население именно? То есть вот вживить его вот в этот мир. Однако спустя десятилетия забвения и тихой борьбы за выживание дома культуры вдруг вновь оказались востребованной формой организации социального досуга. Последние годы, кажется, само это явление переживает ренессанс. Яркий пример новой концепции таких учреждений стал Дом культуры крупного торгового центра в Омске. Идея создать такое общественное пространство появилась в 2016 году. Это было прогрессивно не только для Омска, но и для многих других городов России, которые позже позаимствовали этот опыт. Изначально Дом культуры появился в самом торговом центре, а позже переместился в отдельное помещение рядом. Для него была разработана новая концепция – за этим проектом десятки часов работы, да, то есть придумывание мелочей, то есть которые выглядят нативно, как будто они там просто оказались случайно, но на самом деле это там переговоры. В этом смысле, мне кажется, мы как раз-таки смогли донести эту эмоцию уюта, что каждый у нас, ну, чувствует себя как дома. И почему с Омска этот проект там стартовал, почему в Омске вообще очень интересная там среда с точки зрения комьюнити, потому что здесь много университетов, здесь много предприятий, здесь вообще у людей достаточно высокий уровень критического мышления. Проект не ставит перед собой коммерческие цели. Тем, кто приходит сюда, по душе камерность и неформальность пространства, где можно проводить лекции, вечеринки и арт-маркеты, игротеки и мастер-классы. Я в Дом культуры чаще всего прихожу и делаю сам какие-то такие именно нишевые штуки. Ну, то есть не концерты, не лекции на огромное количество людей, а что-то такое, ну, вот небольшое, уютное. Мы, например, здесь проводили ивент по стикерам. Ну, то есть эта площадка очень хорошо подходит для каких-то андерграундных штук. Сначала я пришла как слушатель. Пришла на подобную лекцию, как у меня, в принципе, созвучно, послушала других людей. Это были дизайнеры из рекламного агентства, они рассказывали про цвета внутри фильма. Я подумала, что раз они тут делают такое, я думаю, интересно, меня возьмут. И я сделала прямо практически сразу для ДК цикл лекций по Давиду Линчу. В условиях разобщенности, бесконечной занятости и ставшего обыденным для современного человека одиночества ДК легко может вернуть себе консолидирующую функцию. Людей сюда приводят потребность в общении, в творчестве, желание получить дополнительное образование, пройти курсы или развить и монетизировать свои таланты. Большой запрос идет на те направления, где человек может получить, как сейчас очень перспективно, да, модно говорить, навыки креативной экономики. То есть человек, приходя на наши мастер-классы, приходя на наши рукодельные субботы, например, да, он учится изготавливать какую-то вещь, вкладывает в нее свой взгляд, свое видение, а в дальнейшем он становится мастером в этом направлении и принимает участие в выставках, организует свои продажи. Нередко именно Дом культуры становится очагом сохранения традиций. Село Крестики в Оконешниковском районе Омской области известно на всю страну своим промыслом – ручным ковроткачеством. На этих коврах ворс образуется от завязанных вручную узелков из разноцветной пряжи на нитях основы. Крестинские ковры похожи на произведения искусства. В них бережно вплетена история целых поколений сибиряков. Сегодня само село Крестики – один из ярких туристических брендов региона. Хотя долгое время принесшая ему известность традиция ковроткачества не была востребована и ютилась по углам деревенских избушек. Дворец культуры был… Он представлял из собой разваленное здание без окон, без крыши и без отопления, конечно. За 2 года мы его полностью возродили, теперь современный дворец. Там создана студия ковроткачества, когда мастерицы передают свой опыт молодым поколениям. Впрочем, находятся те, кому сама форма ДК как организации досуга представляется архаизмом, рудиментом советского прошлого. Есть мнение, что в городах уровень социального разобщения больше из-за урбанизации, а значит и потребность в ДК там больше, чем в сельской местности, где культурной жизни кот наплакал. И все же сельские ДК рано списывать со счетов. Они продолжают жить и собирать вокруг себя самых неравнодушных, активных и творческих. То уникальное явление хоров, которое у нас с вами известно, да, нашим советским периодом, сегодня оно проживает такое, я бы сказала, переосмысление. И проявить себя там каждой личности немножко вот сложновато. А работа в проектах, предусматривающих сольное исполнение, не только хоровое, да, это и хореографическое, и театральное, она людьми воспринимается как еще одна возможность вот заявить о себе как о творческой личности. Сегодня в ведении Министерства культуры Омской области находится около 1000 ДК и сельских клубов. Остальная часть этого архитектурного наследия приватизирована. Некоторые из объектов находятся в собственности других государственных ведомств или предприятий, которым они принадлежали в советский период. Аналогичная ситуация складывается по всей стране. Некоторые строения пустуют много лет и постепенно умирают. Если в крупных городах у людей есть возможность выбрать между коммерческими студиями и домами культуры, то жителям районов необходимо свое единое пространство. Нередко ДК становятся колыбелью талантов, которые формируют привычку к творчеству на всю жизнь. Сейчас есть же программа культуры, она поддерживается государством, и слава богу, вот, что люди, особенно дети, я всегда говорю, я вот сейчас, когда подрастающее поколение, можно же просто пойти на улицу и найти какие-то другие интересы. Дети находят именно, делают шажки в искусство. Капитальный ремонт ДК в сельской местности – одно из направлений национального проекта «Культура». Его цель – наполнить новым содержанием уже знакомые для людей объекты. Ремонт фасадов, кровли, замена коммуникаций, дверей и окон, зрительных и репетиционных залов, библиотек, покупка оборудования – все это должно дать возможность по-новому взглянуть на потенциал ДК. Национальный проект «Культура» стартовал в 2019 году. Его общий бюджет составляет более 100 миллиардов рублей. Планируется не только переоснастить культурные объекты по всей стране, но и создать сеть виртуальных концертных залов, обновить кинозалы и библиотеки. Сегодня Омская область занимает первое место по финансированию нацпроекта в Сибири. Возрождение дворцов, домов культуры – это еще и показатель общего уровня развития общества, это, по сути дела, повышение качества жизни. За последние 5-6 лет только в Омской области около 1,5 миллиардов рублей направлено на возрождение, на материально-техническую базу, на ремонты и домов культуры, школ искусств, кинотеатров на местах. Сейчас у нас уже наработана база проектно-сметной документации на будущие годы. То есть люди видят, какие плоды это приносит. Это ведь общие усилия. Это здание Дома культуры в Калачинске появилось в конце 50-х годов XX века. Колонны, лепнина, зрительный зал – оно олицетворяло атмосферу торжества и было построено по канонам советского классицизма. Когда помещения стали ветшать, творческие коллективы переехали в соседнее здание. Они теснились здесь до момента, пока в старом корпусе в 2020 году не начали ремонт. Возвели крышу, установили окна, выполнили отделочные работы, проложили новые коммуникации, усовершенствовали систему отопления, приобрели оборудование. На это из бюджетов всех уровней выделили 48 миллионов рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов в регионе. Появились дополнительные помещения, дополнительная сцена, малый зал, трансформер. Мы там можем поставить сиденье, провести какое-то мероприятие на сцене, потом сиденье можем убрать, у нас зал освобождается, мы там можем тоже какие-либо уже мероприятия проводить в самом зале. Плюс коллективам, да, дополнительные помещения, теперь у нас не по 2, 3, 4 коллектива в одном кабинете занимаются, а чуть ли не каждый коллектив имеет свой кабинет, они обживают уже как свой дом. Александр Яровой пришел сюда еще юношей. В 1995 году, тогда ему было 17 лет. Сначала был актером в Народном театре «Загадка», а потом попробовал себя как режиссер, а несколько лет назад стал директором ДК. Рассказывает, когда-то он мечтал быть историком, но остался здесь. Его привлекла атмосфера свободы самовыражения. Это место он называет культурным очагом Калачинска, тепло которого удалось сохранить и в кризисные для страны времена. Какая-то была, знаете, какая-то была заразительность, какая-то вот, не знаю, бесшабашность, но учитывая в то время 90-е годы эти, да, но люди как-то продолжали работать, и вот они, ну, такое ощущение было, что вот жили как будто последний день, ну, знаете, такой вот, какое-то было какое-то такое веселье такое вот, ну, даже какое-то творческое такое состояние. Выживали, конечно, в тяжелейших условиях, когда приходилось даже буквально там работать бартером. То есть они приезжали, какой-то отрабатывали концерт, какое-то, да, мероприятие проводили. Им за это расплачивались с ними продукцией. Сегодня в творческих коллективах Калачинского межпоселенческого ДК заняты более 1300 человек. Здесь по-домашнему тепло в кабинетах, но работа не останавливается. Иногда проходят по 3 мероприятия в день, и каждое нужно распланировать. Вот здесь мы впервые начали проводить вместе с лицеем, с лицеистами Пушкинский бал. Я этим горда, что я имею такую возможность здесь быть, и вот этот сам колорит этого здания придает вот такую, ну, антураж такой 19 века. Иван Денисов – старожил ДК, по специальности хореограф. Он родился в Калачинске, учился в Омске, работал в Кормиловском районе, уезжал в Киргизию, а потом вернулся сюда, на родину, где уже 30 лет работает в межпоселенческом ДК. Сегодня он методист по работе с ветеранами. Работник культуры – это и швец, и жнец, и на дуде игрец. То есть мы все делаем. У нас при МКДЦ создан клуб «Возраст счастья» для людей пожилого возраста, для организации их досуга. Человек 16 ходит, ну, когда 17, когда чуть меньше. Люди все молодого, прекрасного возраста, 60+. Самое главное в работе культработника – это любить людей. Когда ты любишь, тогда тебе легче и работается, тогда ты чувствуешь отдачу, ты получаешь энергию и движешься дальше вперед. Наталья Чернышова уже 8 лет солистка ансамбля «Иван-Чай». Коллектив появился в 2006 году. В его репертуаре душевные, эстрадные и народные песни. Пою я с детства. Вообще работала поваром изначально. Пела на кухне, была поющий повар, выходила в зал. То есть там так. А потом мой руководитель директор мой в кафе Юрий Иван Ханджин. В данное время художественный руководитель народного вокального ансамбля «Иван-Чай» пригласил меня к себе петь. Ну вот уже 8 лет являюсь солисткой этого ансамбля. Люблю такое, чтобы вышло, вот или все смеялись, или плакали от счастья. Вот так люблю. Чтобы был диалог с залом, надо же постараться. То есть я выхожу, я все забываю, вот так. Здание ДК в селе Любино-Малоросс было построено в 1972 году. Первый капитальный ремонт здесь прошел спустя 50 лет после открытия. На это направили более 32 миллионов рублей. Обновили фасад, отмостку, отремонтировали кровлю, систему отопления, электроосвещения, выполнили отделку помещений. Обновленный ДК определенно стал привлекать людей больше, однако специалисты отмечают, что сегодня заинтересовать детей гораздо сложнее, чем раньше. У кружков из секций появились высокотехнологичные карманные конкуренты. Это телефон, это различные гаджеты. Но тем не менее, я считаю, что те дети, которые одаренные, которые могут петь, которые вот слухачи от природы, они все равно пойдут в Дом культуры. Театралы, да, есть театральные кружки, которые тоже посещают. Ведь если ты посещаешь театральный кружок, тебе в дальнейшем это все поможет в твоей жизни. Ты сможешь разговаривать поставленным голосом, ты сможешь привлечь внимание любого проходящего. Дом культуры ежегодно проводит фольклорный праздник «Русалия». Он пользуется большой популярностью у жителей Любинского района, причем не только у старшего поколения. Молодежь готова всматриваться в свое прошлое и способна разглядеть в нем красоту. Фольклорный праздник «Русалия». Туда, конечно, мы все, кто сюда ходит, зовем всех туда, чтобы они это увидели. Также вот Масленица, да, там все проходит. Чтобы они увидели вот эту русскую традиционную культуру. Чтобы они поняли, как бы, что я не одна такая, что есть еще единомышленники. И когда они вот это начинают видеть, так скажем, они начинают заражаться. Народные игры, обряды, хороводы, пляски, мастер-классы. Здесь происходит полное погружение в свою культуру и историю. Участники коллектива вместе за неспешной беседой изготавливают кукол и медальоны со славянскими символами. Я хочу научиться играть на инструментах, пойти в музыкальную школу, чтобы дальше продолжить заниматься этим прямо уже профессионально. Сегодня в этом Доме культуры проводят свободное время за хобби 405 сельчан. Из них 125 человек – дети. Есть народный эстрадный вокал, обширная библиотека, пользующаяся популярностью. Изюминка этого учреждения – краеведческий музей с коллекцией предметов сибирского быта прошлых веков. Побывав здесь, можно почувствовать физическую связь с историей, расширить кругозор, а то и вовсе совершить грандиозные открытия. Городские вот люди приезжают, они такие забавные, там, ну, прям сразу видно, что они не местные, вообще в деревне не жили. Они там, вот мы ездили на Турмикс, тоже там были цепи, две такие деревяшки, они соединены цепями вот такими. И вот эта штука берется, значит, кладется колосья и бьется. Вот раньше билось, чтобы вот эти колосья высыпались, и потом делали муку. Ну и вот, соответственно, люди подходят там, и начинают бить, и они, во-первых, сначала не понимают, что это, потом они вроде набили, и потом сидят, разгребают, и прям вот эти зернышки собирают домой. Боже, ну как бы насколько для них это необычно. Модернизация и ремонт ДК позволяют жителям районов не чувствовать себя изолированными и легко интегрироваться в культурную жизнь региона, а гастролирующим артистам, которые приезжают из городов, расширять аудиторию, популяризировать свое творчество и улучшать качество выступлений благодаря оборудованным площадкам. Очень важно, что теперь все театры города Омска, филармония, центральные дворцы культуры, все каждый год по много раз выезжают в районы. Создана специальная маршрутная гастрольная сеть. Теперь есть где выступать. И теперь есть где показать свое мастерство всему региону. Во многих отремонтированных зданиях ДК теперь можно проводить масштабные мероприятия. Так, в этом году впервые прошел региональный культурный проект «Кубок губернатора по художественному творчеству». Это конкурс одаренных детей и талантливой молодежи Омской области по 6 творческим направлениям – музыка, вокал, хореография, театр, изо, декоративно-прикладное искусство. Впрочем, даже при наличии огня в глазах персонала, свежего ремонта и оборудования существуют застарелые проблемы, с которыми живут большинство ДК по всей стране. Одна из них – необходимость находить новые формы взаимодействия с аудиторией, чувствовать изменения в потребностях, соответствуя запросам времени. Живуч стереотип, что ДК – это место для пышных траурных прощаний с официальными лицами и дискотек для тех, кому за 30. Очень важно же действительно этим управлять всем. Это как сад. Если у кого-нибудь есть дом культуры, назовите это сад культуры. И вычистите все и сделайте там студию по выращиванию микрозелени. И, знаете, это сад культуры, и у вас сразу придет понимание, что это такое. Вот это как на даче. Чтобы там что-то росло, нужно туда ездить и все делать. Отличие ДК от многих коммерческих студий и кружков в том, что в одном месте сосредоточены самые разные направления художественного творчества. Нередко люди получают опыт взаимодействия и с другими коллективами, иногда работают над одним проектом. Самое-то главное в коллективе, чтобы вот они пришли, маленькие, пусть они сколько смогут. От родителей же тоже зависит. Сколько смогут, родители поводят, но этот ребенок прикоснулся уже к культуре. Областной центр культуры «Сибиряк» сегодня, как и много лет назад, живет активной творческой жизнью. Здесь действуют 16 творческих и 8 самоокупаемых коллективов. В советское время вокальные ансамбли ездили с выступлениями в Болгарию, Чехословакию, Германию. Капитальный ремонт в здании 1968 года постройки площадью более 3000 квадратных метров не проводился много лет. С 2019-го перемены приходят сюда постепенно. Это большой зрительный зал, здесь 400 мест, современные кресла, звуковое оборудование, свет. И, конечно, я помню этот зал до ремонта. Был здесь довольно часто. Ребята со всей области здесь собирались весной. 6 лет назад, когда начинали программу реновации, ремонтов дворцов культуры, школ искусств, кинотеатров в Омской области, я объездил все районы изначально, посмотрел базу, на чем основываться. И воспоминания такие чаще всего. То есть мы заходили в Дом культуры, и было понятно, что очень-очень много работы предстоит. Чаще всего отопление было такое, что зимой 12-13 градусов, даже меньше бывало. То есть находиться без теплой одежды было невозможно в дворцах культуры. И чаще всего это кровля, которая течет. И чаще всего это окна очень старые, и ветер свищет. Я не преувеличиваю, именно вот в таком состоянии многие дворцы и дома культуры. Помимо большого зрительного зала есть и камерный, где в былые времена находился подвал. После ремонта здесь стало возможным проводить спектакли и концерты. Сегодня Омская область в лидерах среди российских регионов по реализации национального проекта «Культура». Всего за последние несколько лет капитально отремонтировали более 50 объектов. Еще в 150 ДК провели текущие ремонтные работы и обновили оборудование. В 2023 году ремонтные работы завершатся еще в 6 районных ДК. Несмотря на то, что слово «культура» у нас прочно ассоциируется с городскими театрами и музеями, нередко ее истоки в российской глубинке, там, где иногда не благодаря, а вопреки прорастает самобытное искусство. Очень важно, что люди поверили можно и нужно возрождать базу культуры. Это довольно дорого, довольно хлопотно, но если общими усилиями заходить, то все получится. Главное, что мы создали костяк перемен. Мы создали ту базу, с которой можно продолжать развитие. Дворцы нашей культуры менялись с течением времени, так же, как и менялось политическое устройство, взгляды и ценности. Но и главная цель остается прежней – быть местом единения, эстетического образования и коммуникации. В ДК есть мощная, как ресурс, используется он или не используется, другой вопрос, но ресурс территории. Вот если на территории он будет что-то организовывать, не только в рамках своих, а как-то влиять и как-то разговаривать, как-то общаться с территорией и выходить даже туда, там делать какие-то событийные вещи, это может привести к некому возрождению. То есть, оказывается, вот эти праздники, вот эти все вещи, они вот как необходимы. Потому что они тогда формируют общество из населения. Практически у каждого из нас остались свои собственные воспоминания о домах культуры. Некоторые получили там опыт командной работы и коммуникации, а кто-то приходил туда на танцы, искал единомышленников и изучал глубины своего внутреннего мира. Сам я родом из поселка в Омской области, из Большеречи. Занимался в разных кружках, и творческих, и спортивных, посещал школу искусств. Например, я лично по классу аккордеона. Но, правда, это не сильно меня завлекло. Одно из самых ярких воспоминаний — это библиотека. Когда можно было взять любую книгу, очень интересная, большая коллекция. Я родился в Новосибирске, вот как раз юность моя, вот такая домокультурская, была как раз там. Это всегда было интересно. То есть мы там начинали рисовать. Вот я сейчас архитектор. Устроили в Доме ученых конкурс детского рисунка. И я совершенно неожиданно занял там первое место. Не все из домов культуры в нашей стране могут отвечать современным запросам. Далеко не каждый сумел найти современную форму взаимодействия с аудиторией. И, вероятно, большинству из них необходимо финансирование. А еще, считают эксперты, нужно понять, как себя позиционировать сегодня. Но во многих из них можно встретить людей, увлеченных своим делом в лучшем смысле этого слова. Именно они, наставники, проводники, педагоги, знают, культура, в какие бы времена мы ни жили, учит нас чуткости, щедрости и открытости, а еще поддерживает в разные моменты не всегда прямого жизненного пути. Хотелось бы, наверное, еще лучше, еще оснащение, еще хотелось больше света, больше технических каких-то новшеств, на которые, к сожалению, не хватает и средств. Но чем мы компенсируем, наверное, вот этой вот душевностью. Я всегда об этом помню, что нам очень повезло, что у нас есть этот дом, эта база. Когда зритель аплодирует тебе стоя, и потом в интернете посты, отзывы читаешь, знаешь, что ты работаешь не зря, ты работаешь для людей.